В мексиканском сафари-парке штата Пуэбла на автомобиль с посетителями набросился носорог. Видео этого происшествия в сеть выложил водитель. По его словам, сначала самец атаковал зебру, а потом его целью стала машина. Руководство парка заявило, что во время происшествия никто не пострадал. Агрессию носорога объяснили стремлением животного произвести впечатление на самку. Сейчас носорога-драчуна поместили в отдельную секцию.